Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. На двух градообразующих предприятиях Вятских Полян появились новые производства. На площадке «Молотор МЗ» накануне запустили работу цеха, где установили радиально-ковочную машину, позволяющую с высокой точностью изготавливать заготовки стволов к огнестрельному оружию. Подобное оборудование, по словам директора предприятия, есть только на крупных военных заводах. Установка машины поможет не зависеть от других предприятий и продавать продукцию на международных рынках. А на предприятии «Молоторужие» запускают серийное производство карабинов «Егерь». Эта модель – собственная разработка конструкторского бюро завода. Планируется, что первая партия карабинов «Егерь» будет выпущена уже в апреле. Программа «Экономика». Андрей Вавилов составил рейтинг барьеров для развития бизнеса. Об этом сообщают бизнес-новости со ссылкой на ежегодный доклад уполномоченного по правам предпринимателей. В одном из его разделов называются факторы, мешающие работе бизнесменов. На первом месте сложные бюрократические процедуры, обязательные для предпринимателей. На втором – нестабильный курс рубля. Также среди основных факторов – неопределенность экономической ситуации, высокий уровень налогообложения, высокий процент по кредитам, теневая экономика. Список составлен на основе мнений предпринимателей. В опросе приняли участие 30 кировских бизнесменов. Экономика на 101 FM. Прием документов на конкурс «Предприниматель года» продлен до 28 апреля. Об этом сообщили в Министерстве развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области. К участию в конкурсе приглашаются предприятия, организации, в том числе и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории региона и работающие не менее 2 лет. Конкурс проводится по 11 номинациям. Победители его получат дипломы правительства области, ценные призы и право на льготный заем в размере до 2 миллионов рублей сроком до 3 лет. Под ставку 7% годовых. Заявки на участие в конкурсе принимаются в здании правительства области номер 2 по улице Карла Липкнехта, 69, в 201 кабинете. По всем вопросам можно обращаться также по телефону 38 14 71. Доллар на сегодня 56 рублей 23 копейки, курс евро 60 рублей 32 копейки. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.